человек, но паук. Без него мы все как без рук. Ух ты, Спайдермен! 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 Это ты та самая легенда? Спайдермен? Спайдермен. Всем привет, ребят. С вами необычный голос. Ну или Человек-паук. Перед началом ролика я прошу тебя поставить лайк. И комментарий тоже не забудь. Потому что это очень сильно помогает продвижению канала. Прямо очень сильно. Ладно, не буду вас отвлекать. Приятного просмотра. Ух ты, Спайдермен! 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 Да, Спайдермен. Господи, не кричи ты так. Мои ушки, капец, они чуть не завяли. Здорово, нахуй! Здорово, здорово, друг мой. Нихуя, ты выдаешь голоса представителей Питерпаркерском. А, нет, просто не делай этого, гоблин! Не делай этого. Поэтому... Это настоящий человек-паук! Отвратительно нет. Как паутины хуярит так. Паутины могу, но, к сожалению, она кончилась. Ёпта, а из члена? Нет, я могу из сердечка. Давай, 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 давай. Ух ты, фига себе, вот это да. Приветики. Привет. Ну что, какими судьбами тут? Я знаю тебя. Да ладно. Голос Васи, да? Нет. Или нет? Нет, нет, нет. А как? Ну, как бы, если ты смотрела, то, возможно, ты узнаешь. Да я не помню. Блин. Да как ты могла не узнать Человека-паука? Ну, блин, я не помню. Голос Васи еще какой-то есть. Много каких есть. Да блин, они сейчас расплодились, все паучки эти. Да нет. На самом деле много каких есть, но голос один. И он просто владеет магией. Я попаду в свое видео, да? Ну, я не знаю. Я подумаю. Ну, пожалуйста, можно? А что, ты так хочешь видео? Да. Ну, я подумаю. Блин, а как у тебя канал называется? А зачем тебе канал? Ну, блин, буду тебя смотреть. Хочу тебя там увидеть. Я не умею монтировать. Даже не знаю, что такое монтировать. Так что я не умею. Что? Ты не в Ютубе снимаешься случайно? А, нет. В Ютубе я не снимаюсь. В Ютубе? Что ты врешь? Я знаю. Я не вру. Я вышла за тебя замуж. Ох, настолько все серьезно. Да, настолько все серьезно, я вышла за тебя замуж. Жестко, конечно. Это ты та самая легенда? А, да. Я та самая легенда. Питер Паркер. Да. Питер Паркер, но Веном, я обещаю, все равно, бро, они понимают, о чем я сейчас говорю. Классно ты читаешь. Да. Можно автограф? Где? Где? На руке? На руке? Нет, на груди вот тут. О. О. Боюсь, YouTube не пропустит. Ты стримишь? Нет. Нет. Но потом будешь. Отредактируешь, да ведь? Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Блин, слушай, а... Мама, я в телевизоре, привет! Немножко... Вот его не переключай, пожалуйста. Так, привет. Да, здорово. Человек-паук, я тебя долго ждала. Да. И вообще, да. Ты понимаешь? У меня много вопросов. Давай. А что наушники такие-то? Тебе не жмет, не? Да, вроде нет. Да, вроде нет. Мне все каем. У него голос такой. У тебя голос такой? Нет. Дружелюбный сосед. Человек-паук. Да. Знаешь, а ты мне кого-то напоминаешь. Кого же? Блин, кого же? Знаешь, я вот одно... Блин, ты не танцуешь? Ой, нет, к сожалению, нет. Блин, голос похож очень. Сейчас на танцора, да? Зашибись, тебе логика. Нет. Тоже есть капец парень. Капец, у тебя логика. Нет. Парень в костюме тоже. Он танцует, но он также разговаривает. Но это, скорее всего, может приложение быть. Нет, это не приложение.
Это ты сам разговариваешь так, да? Да-да-да, это мой голос. Да-да-да, это мой голос. Это не приложение. Это не приложение. Блин, пародируешь вообще чётенько. Блин, маска классная. Где ты ее взял? Человек-паук. Вот да. Здравствуй. Скриншот. Здравствуйте. Сейчас кто-то скажет? Нет, там не было. Представь, это чел с Ютуба, который мемы снимает, как типа пранк. Нет, я не чел с Ютуба. Я не снимаю пранк. Я не его голос, как в этом, он пародист. О, Человек-паук. О, да. Человек-паук. Здорово. Привет, Человек-паук. Ну, привет. И какими судьбами тут? Мы искали тебя. А зачем я вам? Вопрос. Мы хотели увидеть Человека-паука. Ну, как видишь, я перед тобой. Мы увидели. Дед Мороз исполнил мое желание. Не делай этого, гоблин! Не делай этого. Так что да, твое желание исполнено. Ура. Как видишь, относительно. А ты что-то озвучиваешь? Я нет. Косплей делаю. Косплей? Ну да. Вы попадете в ролик. О, Человек-паук! О, да, Человек-паук. К вашим услугам. Больше похож на суперкота голос. Нет, это далеко не суперкот. Нет, даже не смей пролистывать. Я не буду. Да подожди, не пролистывай. Я, как тебе сказать, у меня сердечко для тебя. Человек-паук подарил мне сердечко. Да, я подарил тебе сердечко, а ты меня хотела пролистнуть. Вот просто за что? Извини, пожалуйста. Я фанатка Человека-паука, у меня есть постельное белье с Человеком-пауком. Ну блин, вот видишь, хотя бы хоть что-то. Поэтому Человека-паука не пролистывай. И будь всегда на высоте. О, здорово. 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 Ну что, какими судьбами? В этом мире. В этом мире. Ну вот так. Ну вот так. Перед тобой Человек-паук. Человек-паук. Дружелюбный сосед. Дружелюбный сосед. Прикольно, прикольно. Слушай, ты как ты голос делаешь? Смотри. Легко. Легко. Хромаки, значит... Стримит, да? Стримит. Не делай этого, не гоблин! Делай этого, гоблин! Не делай этого! Не делай этого! Огромное спасибо, что досмотрели ролик до конца. С вами был Человек-паук, и увидимся в новых видео. Настоящий? Да, я настоящий.